Всем привет, друзья, с вами канал Е-Китай, и сегодня у меня на обзоре необычная светодиодная лампочка, которая умеет менять цвета с помощью Bluetooth на телефоне. Собственно, я уже ее открыл, уже протестировал, и поэтому готов сейчас рассказать свои впечатления, показать, как она работает. Ну, а сейчас страница AliExpress. Вот страница, на которой я заказал эту лампочку. Как всегда, хорошие отзывы и очень много заказов. Есть несколько вариантов лампочек с теплым светом и с холодным светом. 15-вольтовые лампы. Цоколь у них E27, то есть это обычная лампочка, которую можно вкрутить в обычную люстру. Напряжение у лампочки 220 вольт. Мощности есть разные, есть 5 ватт, 15 ватт. Я заказал себе 15. Максимальный радиус действия Bluetooth 10-15 метров, и цвет излучения у меня теплый белый. Ну и собственно, давайте перейдем и потестируем, потыкаем, посмотрим, как эта лампочка светится. Как я говорил, я уже все вскрывал, смотрел, вот в таком виде она до меня доехала. Кстати, доставка около 2 недель была до Рязани. Доехала она в таком помятом виде, в принципе, это ожидаемо, потому что, ну, из-за защиты здесь только вот этот пролом мягкий. Главное, что лампочка доехала сама целая. Вот она, состояние коробки. Хорошо ее так попинали на почте России. Ну вот она, сама лампочка. Внешне ничем не примечательная. На упаковке у нас есть некоторые предупреждения, есть характеристики. Вот, собственно, как нам установить приложение. Нам нужно взять эту упаковку, сканировать QR-код, и нам предложат скачать приложение. Давайте я это сделаю. Вот я просканировал, перехожу в Google Play и скачиваю приложение. Принимаю политику. Также внутри приложения инструкция на английском языке, что там за что отвечает. Нажимаем ОК. Обязательно разрешаем доступ к данным на местоположение устройства, потому что в ином случае у вас просто приложение лампочку не найдет. Требую включить Bluetooth, разрешить. Ну и собственно, давайте сейчас я куда-нибудь вкручу эту лампу, подключу ее через Bluetooth, и мы посмотрим, как эта лампа светит, какие у нее режимы. Итак, вот я вкрутил лампу слева. В телефоне эта лампочка у меня отобразилась в приложении. Притом, еще раз напоминаю, геолокацию надо обязательно включить, иначе ничего не получится. Ну и собственно, включаю лампу, нажимаю на этот кружок, и рандомно выбирается любой цвет. Очень прикольно, здесь есть кнопка выключения лампочки, то есть я нажимаю, и лампа выключается, несмотря на то, что питание включено. Вот переключатель, я его щелкаю, лампа не включается. Она может включиться только в приложении. Посмотрим, какие еще функции здесь доступны. Ну, здесь по дефолту разные цвета можно установить, минуя вот этот ползунок. Яркость мы также можем настраивать. Есть типы различного свечения. Вот, например, хочу радужную перемену. И лампочка сама меняет цвета. Можно регулировать и скорость. Также здесь есть различные режимы свечения. Вот, например, под музыку. Но какую музыку бы я не тестировал, не пробовал, все равно он горит как-то, ну, по-своему, что ли. Также есть режим ритма. Работает оно с какой-то задержкой. Из дополнительных настроек здесь можно менять фон приложения. Самое главное, что я понял в этой лампочке, то что ее лучше использовать в паре с каким-либо освещением, потому что если пользоваться ей одной, она режет глаза. Если у вас яркая люстра в комнате, то ее света будет незаметно. Поэтому здесь нужно настраивать, нужно пробовать, ставить разное освещение. Ну, в целом, лампа мне понравилась, я ей доволен, придает она уют помещению.
и вам ее советую заказать. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в других обзорах.